Здравствуйте, мои родные. Кто мне не рад, тоже здравствуйте. В этом видео я хочу рассказать, почему некоторые люди живут в горах, в пустынях, на островах, в джунглях. А некоторые люди живут на плодородных равнинах. Хоть, блин, как бы и не культурно это вот сравнивать с животным миром. Ну давайте вот так вот. Больше сравнивать мне как-то не с чем, может. В комментариях напишите, с чем можно сравнить. Давайте вот животный мир разберем. Вот есть такие вот на нашей планете обезьяны. Много их обезьян всяких разных. И все они приспособлены в основном жить на деревьях. У них хвосты есть, цепки лапы и передние, задние. Прекрасно себя чувствуют высоко, на деревьях, на ветках прыгают, с ветки на ветки. Вообще замечательно живут. Там и питаются они, и детей делают, и спят, и живут, и стареют. И все прекрасно себя чувствуют. Но заметьте такое вот интересное. Вспомните, если когда эти обезьяны живут в зоопарках, ну, такие огромные вольеры, вот такие вот, ну, в зарубежных странах, все такие вот, как бы они на свободе, как бы они там, у них там свободно, все, можно жить. И эти обезьяны практически на деревьях-то не сидят. Они все ходят по земле. Все ходят по земле, лазят. Ну так, в охоточку залезет, там попрыгает, или какой-нибудь банан урвет, залезет, спрячется какая-нибудь маленькая, втихушку сесть. А так ходит внизу, а если она сильная, так, может, она... Там вожак, он все время по земле ходит. Он начхал на это дерево. Обезьяна, приспособленная вроде по Дарвину, с хвостом вот таким лазить по деревьям. Зоопарк даже в клетках, они на полу сидят. Там ветка какая-то, в охотку залезет, а все равно все на земле сидит. На полу сидит обезьяна. А почему в природе она на деревьях сидит? По лядам прыгает. Да потому что внизу ходят тигры. Вот и весь ответ. А в зоопарках тигров нет. А представьте картину Репина. Тигров сверху запретили кусать обезьян. Запретили тигров. Что произойдет в тот момент? Все обезьяны слезут с деревьев на землю. Вы думаете, останутся? Нет. Они будут пинать и оскорблять тигров. Вот почему раньше люди жили все. Ну, не все, некоторые люди на островах, в горах, в пустынях. А сейчас пришли на равнину. Вот и все, родные. Лайки, дизлайки, комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще что-нибудь такое веселое расскажу. До свидания, родные.